Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 25 лет, рост 162 сантиметра. На взвешивании показал вес 57,2 килограммов. Его профессиональный рекорд. Две победы, одно поражение. Представляет клуб «Новорос Файт» из Новороссийска, Россия, Павел Пастушков. Его соперник в красном углу. Ему 19 лет. Рост 170 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Профессиональный рекорд. Одна победа, одно поражение. Представляет клуб «Беркут» из Грозного. Россия, Аслан Халадов. Итак, очередной бой на легчайшем дивизионе. Очередной бой вообще в рамках промоушена, конечно же. Сегодня этот первый поединок в этом дивизионе. Вообще у нас ожидается в основном битва тяжеловесов. Ну вот стартовые рейтинговые поединки уже по традиции. Они собирают представителей именно легких дивизионов. Вообще во всем мире не то чтобы избыток, много бойцов в этих категориях. И чего не сказать уже о тяжах и полутяжеловесах. Даже уже и среди весов не так-то много качественных категорий. Сейчас справа очень здорово Пастушков попадает. Еще лоу-кик добавляет Пастушков и тут же отвечает ему таким же ударом Халадов. И таким не чем предыдущий поединок этот начался бой. Но не сказать тоже, что прям без разведки идут вперед, не бросается, но хороший такой медиатик. Корпус от Халадова, еще лоу-кик он добавляет. На встречу попадает сейчас Халадов, но и сам тоже справа пропускает. Попытка прохода от Пастушкова, и очень такая прометчивая она оказалась. Вот берет на удушающий прием Халадов соперника, но тяжело здесь будет, хотя заправляет ноги Халадов, вытягивает. Удастся ли вырваться, кажется, да, потому что не совсем плотным он оказался, и Халадов тут же попытался пройти на рычаг локтя, но защищался и в этой ситуации Пастушков. Обрабатывает он ноги соперника сейчас. Пастушков попытка пройти в гард. И здесь уже Халадов, видно, что хорошо обучен грэплингу. Пытается накинуть треугольник, что ему делается, очень плохо его закрывает. И вот здесь, конечно же, будет Пастушкову очень непросто. Пытается еще и голову. Тут еще и на локоть рычаг. Ответная контратака, скажем, от Пастушкова. Обоюдно атакуют спортсмены. Треугольник очень плотно закрыт у Халадова. Держит, терпит Пастушков. Но насколько его хватит. И уже на рычаг локтя переходит Халадов. Тянет Пастушков, терпит. И тяжело вот отсюда оценить, насколько все опасно. При этом еще сохраняет возможность закрыть треугольник Халадов. Какой же характер Пастушков показывает, он сам отвечает. И да, какой молодец все-таки Павел Пастушков. И сам сейчас закрывает треугольник обратный своего соперника. Тяжело здесь, конечно, прижать голову, задушить, что называется. Хотя вот здесь уже чуть дистанция появилась, возможность, пространство у Пастушкова. Теперь уже в роли терпящего находится у нас Халадов. Какой невероятный поединок, друзья, мы наблюдаем. Коленом по корпусу работает Халадов, пытается заставить ослабить этот захват у Пастушкова. Попытка кимуры. Да, очень непросто теперь уже Халадову приходится. Терпит, пока терпит, но уже, кажется, он готов даже постучать Халадов, но все-таки перетерпел. Какой большой молодец и Пастушков, и Халадов. Какие воины они, настоящие, какой поединок демонстрируют. И теперь уже Халадов выходит на удушающий прием. Пытается заправить ноги, выкручивает шею он соперника, захват
Очень даже плотно и тяжело Пастушкову приходится. Терпит, терпит пока что Павел. И выходит из этой позиции. Да, сколько же силы эти парни отдают. И какой же потрясающий по накалу поединок. Какой интересный поединок они нам сейчас демонстрируют. Да, здесь нет града тяжелых ударов. Но здесь очень высокое мастерство грэпплинга. Как классно парни работают. Конечно, где-то чуть-чуть не хватает, чтобы до конца завершить, может быть, физических возможностей. Но, тем не менее, бой очень крутой. Первый раунд заканчивается. Кажется, немного поднаелись, как любят говорить спортсмены, бойцы в эти первые 5 минут. Но, тем не менее, Халадов в роли защищающегося последние секунды. И Павел Пастушков вот этими ударами набирает столь нужные для себя очки. Ввиду отказа бойца продолжить поединок, победу техническим нокаутом одерживает Павел Пастушков! Клуб «Новороссфайт», Новороссийск, Россия!